Внимание! Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы. Торговый центр «Глобус» в Щелкове. Именно здесь было принято решение провести пожарно-тактические занятия службы оперативного реагирования. Объявлена учебная тревога. В кратчайшее время на место предполагаемого ЧП прибыла спасательная техника. Вот уже оцеплена территория у восточного входа в здание. Служба безопасности торгового центра докладывает об оперативной обстановке. У нас эвакуировано 177 сотрудников, 96 клиентов. Возгорание произошло на складе, 2 пострадавших у нас. На месте был развернут оперативный штаб. Он координировал действия пожарных, аварийно-спасательного отряда «Щелково», специалистов МОСОБЛПОШСПАСа. На тушение условного пожара в торговом комплексе «Глобус» работало 2 звена. Первое на первом этаже, которое обследовало здание и помогало в эвакуации пострадавших. На кровле работало второе звено. Оно производило непосредственное тушение возгорания. Давление. Пожарно-тактические занятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Чтобы проникнуть на кровлю, огнеборцы применили автолестницу. Через минуту трое пожарных оказались на 10-метровой высоте. На кровле локализован очаг 10 квадратных метров. Как принял? Задание выполнено. Подразделения, которые были подняты по тревоге, выстраиваются в ряд для подведения итогов. Проводили учение, что называется, с колес, для того, чтобы посмотреть, как РТП отработает свои действия в данной ситуации. Оценка учениям я поставил удовлетворительно. РТП первый и второй отработали свои действия достаточно хорошо. Я считаю, задачу выполнили. Большое вам спасибо. Такие учения нужны нам для поддержания боевого духа. Для нас это очень важно, оперативно сработать, чтобы те деньги, которые тратит компания «Глобус», которая помогает в жизни города очень много тоже, они видели, что мы готовы выполнить задачу. Впечатляет ваша организованность, да, ваш профессионализм. Во время занятий щелковских спасателей сопровождал их преданный талисман Корги Маруся. Своим присутствием она как бы напоминает гражданам: если требуется помощь, звоните по телефону 112. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Валерий Жигле, Игорь Поляков. Щелковское телевидение.